А самое интересное, что «Черное море», что это вообще за вот эти вот кинодела, что «Черное море» снимается вдруг в Англии? Black Sea, да. Да. Ну, это, понимаете, это такая история, как бы Кевином задуманная. У него сама, у него предки, кстати, жены, предки его жены, они русские. Ага. И вообще у него такие, как бы он к нашей стране старинного тянется. Старинного русского и... рода Макдональдов, да? Ну да, он такой, да, шотландец, но жена у него вот как бы такой, он с этим, с гордостью, кстати, все время это отмечал. И его, ну, вы знаете, у него замечательный фильм «Последний король Шотландии». Все равно есть какой-то момент слияния культур, да? Вот это последний, как не помню, про легион, последний король легиона. Вот это, да, про римский легион. Да, вот да, постоянно, да, как мне кажется, столкновение культур такое, да? И, значит, в данном случае там Римская империя и эти бритов там, потом, давай... Потом, значит, ну, вот этой страны с доктором. В нашем случае это русские и, так сказать, сборные. Мне кажется, в этом у него существует какой-то его личный человеческий интерес. Вот. Поэтому, понятно, что нас привлекли со стороны, так сказать, ну, мы со стороны русских взяли, долгий был кастинг, нас отбирали. И не по принципу там, а, это Russian, like Russian, вот это все, да. Вот, мне подбирали людей, мы долго обсуждали, там, кое-что он поменял, кстати, после разговора с нами, поменял какие-то сюжетные... У вас же флотское прошлое, вы же служили, да, на флоте, ну, что-то, поэтому а вы ему могли как раз объяснить все. Григория Добрыгина, отец вообще подводник в прошлом, офицер. А там на подводной лодке, я просто для зрителей объясняю. Да, и поэтому были консультации, нам что-то рассказывали. Конечно, эта подводная лодка, она немножко волшебная. Потому что таких много технических несуразиц. Но я надеюсь, я видел фильм, они не повлияли, так сказать, мне так хотелось так. Я хочу так думать, что, так сказать, не отвлекли от основной идеи. Вот. Ну, вот снялись. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».